Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых популярных типах кошачьих кличек. Придумать кличку для кошки – непростая задача, которая стоит перед каждым владельцем мяукающего друга. Некоторые хозяева верят, что кличка определяет характер любимца, его привычки, отношение к окружающему миру. Другие не придают такого особенного значения имени питомца. Какие же типы кличек самые популярные? Давайте разбираться. Первый тип в нашем списке – клички, подчеркивающие окрас кошки. К ним, например, относятся такие клички, как черныш или рыжик. Если вы решили сделать акцент на внешности питомца, но хотите быть более оригинальным, попробуйте подыскать аналоги на других языках. Например, рыжик по-английски может звучать как оранж, а черныш по-гречески будет маврос. Другие популярные клички для кошек появились благодаря литературе, художественным фильмам и даже мультфильмам. Так, кот по кличке Том из мультфильма «Том и Джерри» стал прообразом для серых мяукающих любимцев. Другой пример – Багира, известная пантера из книги «Маугли», в честь которой часто называют черных кошек. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Еще один тип в нашем списке – клички, произошедшие от человеческих имен. Например, Муся и Маруся от Марии, Тима и Тимоша от Тимофея. Такие клички позволяют совместить приятное с полезным, использовать любимое женское или мужское имя и при этом назвать им питомца. Также популярны клички, образованные от типичных кошачьих звуков «мур» и «кс». У мяукающих слуховой диапазон шире, чем у человека, поэтому для них очень важны звуки и сочетания. Не случайно позывные для кошек в разных языках мира включают в себя звуки «к», «с», «м». Клички с этими звуками помогут питомцу быстрее привыкнуть к своему имени. Примеры таких кличек – Васька, Мурзик, Барсик, Марсик. Таковы самые популярные типы кличек для кошек. Если вы сейчас раздумываете над именем для своего мяукающего друга, присмотритесь к перечисленным типам кличек. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like Pet. До новых видео!